В стране вакцинацию от коронавируса прошли 83 685 человек, из них 35 585 привито второй дозой. Об этом также на брифинге сообщила Айнура Акматова. Напомним, по всем вопросам относительно вакцинации можно обратиться в отдел иммунопрофилактики ЦГСН. Также Республиканский центр иммунопрофилактики и Бишкекский городской центр иммунопрофилактики при поддержке Национального общества Красного полумесяца создали колл-центр. Он работает ежедневно с 8 утра и до 6 вечера.